Но с каждым днем число зимников будет сокращаться, ведь и конец этой недели, да и весь апрель преподнесут температурные погодные сюрпризы. В Иркутске, например, будет до плюс 13 днем. В субботу, ближе к вечеру, даже прогнозируется дождь. Такие весенние подарки нам обещает Иркутский гидрометцентр. А вот долгосрочный прогноз по поводу этого лета накануне в агентстве ТАСС озвучили специалисты федеральной метеоструктуры. Оказывается, жителям нашего региона стоит запасаться кремами от солнца. Июнь и июль будут по большей части солнечными и жаркими. В период изменения климата погода капризничает, она становится более нервной. И поэтому, если в целом мы прогнозируем, что да, вот в ближайшие там, несколько лет все-таки дефицит осадков будет наблюдаться в этом регионе, это связано и с проблемой Байкала, и с пожарами, которые были вот в 2015 году, то в целом да, можно говорить о том, что вот на ближайший период количество осадков не будет увеличиваться. Но... И это едва ли хорошо. Вполне возможен вариант повторения прошлогодней засухи. 2015 вообще был самым теплым за всю историю наблюдений, то есть 19 века. 2016, судя по данным специалистов, будет не намного прохладнее. Поэтому метеорологи призывают заранее и тщательно готовиться к ежегодной беде большинства регионов – лесным пожарам.